Приветствую вас на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня, наконец, руки дошли оставить отзыв о портативной колонке GT-112. Достаточно известная, одна из самых недорогих колонок, ну и распространенных, соответственно. Кто-то говорит, что это вообще там полная, там не опишешь, да, то есть дальше нецензурная лексика. Кто-то говорит, что нормальная за свои деньги. Я скажу так, что действительно колонка, в общем, ну, имеет право на существование, потому что данная ценовая категория, ну, она не предполагает просто, что чего-то там сверхъестественного. Ну, просто послушать музыку можно. Чтобы вы понимали, я эти колонки тестировал достаточно хорошо. У меня даже не одна тут колонка, а две. Специально для теста. Ну, работают они одинаково, просто вот расцветки разные. Одна вот такая вот, защитный камуфляж, да, другая обычная черная. Ну, надо сказать, что коробки-то у них довольно странные. Вот здесь на коробке нарисована синяя портативная колонка, ну а по факту внутри может быть любой цвет. Ну, лучше вскрыть и посмотреть, тогда точно будете понимать, какая колонка. Ну, цвет здесь роли особой не играет, важно качество, да, ну вот по качеству что могу сказать. Меня обрадовало то, что данная колонка, она читает, скажем так, информацию с разных носителей. То есть, если, допустим, у вас на флешке записана какая-то композиция, то вы вставляете обычную флешку, либо, допустим, карту памяти, и, в принципе, хватает, то есть, такие носители, ну один из этих носителей обязательно в доме есть, поэтому проблем никаких, записали, слушайте музыку. Включается она вот так вот с помощью переключателя и там, на китайском языке, на чистом, да, что-то там рассказывает. Есть подсветочка, пусть она смотрится довольно-таки посредственно, но тем не менее она есть. Вот есть специальная петелька. Можно переносить ее, подвесить куда-то, там, на ремень, не знаю. Ну, то есть, достаточно удобно. Ну и плюс звук достаточно неплохой. То есть, заявлено здесь на коробке, получается, 85 дБ. Ну, по ощущениям, да, примерно так и есть. Выходная мощность 4 Ом, 5 Вт. Ну и время автономной работы 2-4 часа. Ну, по факту, да, часа на 3 ее хватает. То есть, здесь не соврали. Емкость аккумулятора тоже примерно такая. Ну, по искажениям не знаю, не измерял. Ну, вот мы сейчас оценим качество звука. Вы сами посмотрите, что тут и как. Я вот воткну обычную флешку. Да. Music. Для того, чтобы добавить звук, мы нажимаем на плюсик и держим. До максимума. Уменьшить звук также. Нажимаем на кнопочку. И уменьшили звук до максимума. Давайте увеличим. Да, искажения присутствуют. Басы мне не очень нравятся. Ну, в целом, для такой колонки можно ожидать гораздо худшего. В принципе, более-менее качает. Так что, учитывая цену данной колонки, учитывая то, что она, ну, мне, например, она вообще досталась бесплатно. По случаю, да, ну, бывают как бы ситуации разные, но в любом случае карман она не тянет. Если нужна колонка чисто музыку послушать где-то там в походных условиях, там во время прогулки велосипедной или еще как-то, это нормальный вариант. Поэтому присмотритесь, если вопросы какие-то возникли по поводу там управления или еще чего-то, задавайте их, я с удовольствием отвечу. Но вообще управляется она легко, и вот здесь на коробке есть инструкция. Чего куда нажимать, зачем какая кнопка. Все предельно ясно, можно научиться минут за 5. Так что пишите комментарии, мы с удовольствием на них ответим. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на кнопочку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.